Молодец. А можно дурацкий вопрос? Да. Про три матерных слова. Какие ты знаешь? Я думаю, что в песне имелось в виду то, что типа пошел нахуй. Кстати, и еще. Вот Рэй имеет право принимать общество похуистов, оно на самом деле официально. Ты вступишь туда? Нет, но общество похуистов не за то, чтобы ругаться матом, а за то, чтобы взаимно помогать друг другу на ютубе. Окей, хорошо. Ясно. Мы приняты. Ладно. Кстати, председатель нашего общества похуистов Михаил Полухутенко. У него два прекрасных сына, они тоже чудесные музыканты, и он тоже. Здорово. Секс веселей, в два раза быстрее, если подвергнуть.